Итак, ребят, далее мы с вами открываем, как в предыдущем видео мы сказали, что создадим два приложения, создали уведомление Notification и Users, да. Нам они надо для написания блога, но тем не менее нам надо написать сейчас полноценную модель, а уже сами юзерские представления мы напишем позже. Нам пока надо модель. Давайте посмотрим. Во-первых, что нам надо? Что мы включим в модель по нашему соображению? По нашему соображению мы включим самого пользователя. При этом обратите внимание, вот, чтобы вы понимали, что модель у нас будет опираться на что в первую очередь? На onTheFill. То есть мы будем стандартную модель Django расширять просто и добавлять в нее поля, то есть которых там нету. Почему? Логически, что мы делаем? Мы сначала расширим поля, то есть укажем, что мы будем добавлять. Далее нам, ну, желательно написать, что пользователь онлайн или нет, да? Желательно. Нам надо было бы хорошо написать, чтобы пользователь мог читать статьи, чьи его заинтересовали, и подписываться, и потом видеть их в ленте. То есть, иными словами, фолловинг, да, следить. Далее, хорошо бы нам посчитать друзей, вообще фолловеров, это все мы укажем в полях, но потом пропишем прямо в модели в методах. Это я пока рассказываю, что мы будем делать. Ну, понятно, что нам, так как профиль будет создаваться, то нам надо указать, как его создавать, каким образом он у нас будет создаваться автоматически, как обновлять. Ну и фото профиля, да, фото профиля и куда загружать, указать и фотографию по умолчанию. В принципе, все. Ну и там день рождения, то, что еще придумаете, какие вам надо поля, которые, в принципе, у нас будут в настройках, да, там имя, фамилия и так далее. Вот давайте сейчас и будем приступать. Открываем. Далее у нас пойдет урок Users и Models, да, и погнали писать. Для ребят, которые начали с этого урока, вдруг посмотрели spb-tut.ru, нажимаете курс Django и начинаете с нуля, там уже сотни уроков.